Сейчас солнце яркое. Идет солнечная зарядка. Так. Очень горячая. Четырнадцать и 2 вольта. 30 градусов Цельсия в комнате. Так. Ток заряда 4,4 ампера. Так, 14,99 выдает солнечная панель в той комнате. А тут видно электролит, который закипает. Идет зарядка. Идет солнечная зарядка. Он пузырится. Вот так вот водород выделяется. Надо потряхивать иногда аккумуляторы, выпускать воздух. Ну и все. Вот и все.